Здравствуйте, уважаемый конкурс Golden Time. Я Нина Литвин, родилась в Млинове на Украине, закончила художественную школу у преподавателей, которые привили любовь к искусству. Живопись – это погружение в мир красок и ярких воспоминаниях о путешествиях и впечатлениях от путешествий. Представляю вашему вниманию картину «Солнце Африки». Ночь поглотила все ультрамарином. Дым от костра стелится берегом ароматом специй. На раскаленном песке туземцы в красных одеждах пекут хлебные лепешки. Тишина звенит стрекотанием насекомых, и звук растекается пульсацией за горизонт. Весь берег укрывает кусты суданской розы. Из зелени листвы выпрыгивают бутоны, как парашюты, и распускаются на фоне синего ультрамарина. Красные и зеленые краски отразились в музыке заходящего солнца и провалились в сон. Стрекотание птиц будет и зовет встречать рассвет. Солнце поднимается медленно от краешка океана земли, и пятном расплавленного абрикоса вытекает из морской глади, оставляя длинный след в воде. Диск переливается, как желток, течет все выше и выше и растекается по горизонту, отражаясь в водной глади, как расплавленный малиновый джем. Касается песка, высокой травы, мокрой от росы. Краски окутывают целый день. Солнце накаляется к полдню. С раскаленного воздуха ныряешь в прохладу морского дна, где видны скульптурно высеченные волны, где в прозрачной воде плывут, как лавандовый кисель, медузы. Невиданные взору птицы стаями спят на водной глади. В облаке солнца след от весла по воде растекается тихо лучами и касается берега музыкой волны. Блики от дорожки солнца по воде отражаются в облаках. К вечеру солнце растекается красным диском и незаметно тонет в край моря, оставляя теплые следы заката на воде и песке. Красный свет солнца обволакивает, всматривающийся в закат туземцев в красных одеждах. Из ладоней сыпется струйкой горячий песок. Время остановилось. Миру принадлежит свет красок. Спасибо за внимание.